Спонсор видео – магазин компьютерных игр ZakaZaka.com. Гарантии, лучшие цены, все новинки, ежедневная раздача дорогих игр и конкурсы. И все это на ZakaZaka.com. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки в описании. 9099 РП, 9099 долларов, всем привет! Здравствуйте, ребятки! Здорово всем! Здрасте, мордасти! Сегодня вами полюбившийся паркур. Паркур, новое движение. 13-й район, все дела. Способ самовыражения, да, Люха? Да. Почему мы будем сейчас... И что у нас тут, в общем, надо залазить? Мне это что-то напомнило, знаешь, какие-то кубики из Майнкрафта. Нет, я прошу не убивать. Я случайно так. Уважаемый Олег Иванович. Да. Вот, давайте, ребят, первые 10 минут мы не будем ни толкаться, хорошо, ни убивать. Первые 10 минут, все, хорошо, я засек. Давай. 15, давайте. Почему я не могу залезть так? 15? Да, стой, я врубаю тебе позицию первого. Давайте кто быстрее. Гонка в паркуре. Давайте как кесные азиаты. Все же любят гонки. Давайте вот чисто все вместе синхронно подниматься. Все синхронно? Подожди, вот сейчас будет первый пес. Ну-ка. Что? Кто-то упал. Как так можно вообще, а? Я его хотел немножко, но это... Ну, это чисто карма, знаешь, такая, типа, не дает мне. А чё, Лях, никак, да? Я сказал не подпирать и не убивать. Ну ладно. Нарушаешь правила нашей игры. Ну ладно. Олег такой, знаешь, подпирать-то сзади еще умеет. Да. Могёт. Какой-то автобус. Подожди. Дырявый, да? Дырявый, очень дырявый. Дырявый автобус. А-а-а, блин, да! Что? Олег упал. Я только слышал звук, как будто он об листву. Так я об дерево, да, об листву и все. Сколько там минут мы должны не убивать друг друга? 10. Окей. Прошло уже... Я чувствую там жесткие... Я просто специально от первого лица решил, думаю, пройду, так проще будет. Я уже пробовал, не проще, проще не будет. Там деньги валяются, там деньги снизу валяются, надо будет подобрать потом. Это не 5 баксов. Это 5 баксов. Это 5 баксов, они вообще... Но зато они знатные, почетные. Да-да-да. Знатные, почетные. Просто большая история с ними. Халявные, халява, пацаны! Так, аккуратнее. Ого! Просто упал и зацепился за тот предмет, который нужно было. Вообще шикарно, просто замечательно. Ну, это бывает, это паркур. Я уже как бы на вершине горы, ну, блин. А ёбаная насос. Зачем, блин? А вы где, я вас что-то не вижу? Я вот на этот автобус забегаю и сразу падаю вниз. О, трупик валяется. Ух ты, доллары! Прикинь, тут еще... Я вас не вижу. А, во, вижу на карте. Ну-ка, ну-ка. Вон деньги еще. Да-да. Нет! Вы или деньги подбираете, ребят, или паркурите. Там 5 баксов, Леха, ну ты что, там 5 баксов валяется. Я, знаете, я сверху, и мне все видно. Ай-яй-яй, мальчушки с шалунюшки, нельзя так. Любишь сверху? Не, надо... И на горы залезать. Я буду смотреть, как вы страдаете, как вы пытаетесь залезть сюда. А ты что уже... А, блин, да... Ой, я, кстати, не сдох, нормально. Я ничего не... Да, там вздыхаешь. Я честно. А Максим, ты сможешь? Ты в этом ящике, да? Вот вижу. Да, блин. По нему не надо бежать, по нему запрыгиваешь, нажимаешь левый сосок. Я иду. Я немного как бы типа спускаю скорость. Максим, а где твои деньги? Подожди, ты сдох? Обычно, когда умираешь, деньги падают. Где они? Все, Олег, или ты припрятал их, а? Олег, погоди, сейчас деньги дам. Сейчас дадим деньги. Да погоди, ты стой, вран! Деньгами поделюсь. Давай. Все. Ага, поделится, он обогнал все. Ты чё? Ребят, я вам расскажу секрет, что когда вы паркурите, левый сосок нажимаете, ваш персонаж становится... Я видел. Как их можно... Ваш персонаж становится более точен в передвижении, поэтому я вам рекомендую дать лайфхак. Да, точно. Так, тихо, вот здесь вот надо. Вот левый сосок и медленно так. Иди. Я просто понимаю, знаешь, всю сущность Лёхи, залез за 5 минут в начале и всю серию... Ну читер, просто читер, да, вот. Вообще нечестный игрок. Паркур-мастер. Я смотрю, Олег как уже в автобус залазит. Меня, пожалуйста, на центральное высадите, пожалуйста. Это не шутки, Олег сейчас в маршрутке. Блин, смотри, как сейчас... я стою на краю, блин. Тихонечко, легонечко. Да, я прошел! Ура! Так, сейчас он Аладдин, вниз он попиздин, давай. А, нет, так! Я в дырке провалил! Там дырка в автобусе!
Так, Лёха, дай я тебя убью, мне надо избавиться от этого эффекта, пожалуйста. Лёха, ей-богу, говорю, нет. Кнопочка сама собой нажалась. Лёха, ну я прости, тоже... но... Да, но мне нужно убить тебя, просто этот эффект, спасибо, вот, реально помог, Лёха, извини, конечно, но... О, Лёха, да, кстати, да, спасибо большое. Тоже избавился от эффекта, да? Эффект просто был, надо было убрать, Лёха, да. Иди сюда, у меня тоже теперь эффект, понимаешь? А, давай, ладно, давай. Иди сюда. А, кстати, что-то фильм «Эффект бабочки», знаете такой? Нет. Да-да-да. Что, прикольный фильм. Насколько тут... А, ну да, нож... Это нож бабочки. Нож бабочки. Эффект бабочки, сука. Что, Максим, наверху уже, что ли? Конечно же, да. Ты чё? О, тут 5 баксов. 2 минуты у нас еще. У меня есть 2 минуты, чтобы залезть. Есть 2 минуты. Я послушно все буду собирать. У меня как бы есть идея. Идея-ка есть. Не пробовал он там по крану по... Так вот, у меня... Две минуты пока, и у нас еще френд. Не-не, я хочу пока просто попробовать залезть, по крайней мере, вот этим путем. Но, если у меня не получится, то я попробую тем путем по крану. Я не знаю, получится там, посмотрим. По крану, знаешь, так акцентрировал внимание. Зачем, Максим, ты меня убил? Вот за что? Ну, эффект надо было убрать, Алешенька. Ну, блин, я же сказал, я могу пострелять для вида по вам. Не-не-не-не, не надо. Ты тихо, ты еще... спасибо. Я что-то сделал? Не надо, вот только вот меня не убивай. Небо голубое, что ты говоришь? Взрывной волной меня отнесло. Ты тихо, Максим, чё-то... Ой, я на рекорд пошел, ну-ка. Ой, сейчас Олег... Ты, Максим, ты что делаешь? Тихо. Про... Я пытаюсь пройти эту карту. Вот это было вообще. Я не хотел. Отвечаю вас за. Спасибо. Да, не хотел. Тут есть голосование. Время-то время уже. Лёх, там 30 минут. Еще минуту, я бы... Лёх, тут есть голосование выгнать игрока? Да. Давай попробуем. У кого-то эта серия будет длиться 10 минут. Фредли, я Фредли, господа. Хотите, я ради вас сделаю намного. Я могу даже не спрыгнуть. Не-не-не, ты должен спрыгнуть. Ты прыгай с парашютом, давай. Только, там. Да, как бы с ним, но не открывая его. Дальше. Я что-то чую, что парашют, сука, дырявый. Ну, конечно. Так оно, наверное, по дичасам и есть, да? Да-да-да-да-да. Я какие-то бочки масленые тут сломал. Зачем? Лол, бочки? Бочки? Нет. Твои бочки и так они уже про... водяриные, вот. В смысле это про водяриные? Я не буду. Спасибо, да. Говорить, да хватит, вы. Да, а вы чего там вдвоем стоите? Да я просто нет. Так. А, я понял, где Леха стоит. Да я... блин! О, кто? А время-то кончилось! Блин, Леха, 5 секунд! Вот секунд! Да. Ты что, было, твою мать, мудила! Но это был реванш, мне надо было эффект убрать! Крыса! Фу, вообще. Да блин, так, все. Класс. Есть идея. Я не буду, ребят, там по вам стрелять, я буду честен теперь. Теперь я буду. Я пришел, чтобы внести баланс в игру. Есть идея у меня, как залезть наверх. Наверх, смотрите. Сука, всех взрывать. Так, подождите, мне нужно убить кого-то. Наверх, смотрите, ребят. Смотрите на крышу, как я офигенно полечу сейчас. Вот если бы меня Максим тогда не убил, я бы сейчас просто сидел бы... Бля, да почему опять? Что, где? О, Лёха сдох! Я специально прыгнул. Да, конечно. Баланс. Да, почему? Да, там да. Реально на этой крыше какие-то дырявые парашюты дают. Я не понимаю, почему. Нет, потому что их не надо было сразу открывать. Потому что когда ты их открываешь, они об дом цепляются и все. Это у меня уже не первый раз такое. Да твою мать, зачем? А, Максим, ты тоже по крану поднимаешь или что? Да. Я просто слышу. Ну, вы хрен залезете. Не, там, у меня а как Леха ты залез, погоди. Подожди, это секрет фирмы. Сейчас посмотрим. Ты можешь сосить у Олега, который успеет забраться. Сосить у Олега, что? Сейчас я тебе скажу. Сносить его. Так, где здесь? Где здесь? А, еще надо выше, наверное, поднять. Да, потому что здесь не долетишь. Я примерно представляю, что здесь надо. Так, здрасте. Что ты отсюда? Блин. Жлаб вонючий, уйди. Это здрасте, кое-что там покрасить, да, сразу речу. Фу-фу-фу. Да не... Да. Убивайте там друг друга, молодцы. Да, прекрасно. Просто, сука, полет. Че, кто-то упал, что ли? Нет, блин, дурак! Зачем? Я только взял оружие. Да! Как только ты возьмешь оружие, начнется что-то... Дуэль.
Не-не-не, подожду Олега, пока он тебя рассинхронизирует там. В смысле? Я чё, чё, что ли, дельтароты, блядь? Дельтароты. Да, ты залез. Блин, здесь опасно подниматься. Нет, пошёл-ка ты к чёрту. Не-не-не, тихо. Лёха, смотри, сзади, 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 сзади. Олег, лезь, Олег, лезь, 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 Олег. Сзади, сзади, сзади. Олег, Олег, все, он уже прыгает, он прыгает. Куда? Я вижу его. Да блин, ты по лестнице. А, так он вообще туда полез, ну похер. Да блин. Давай, давай, все. Здесь вид такой офигенный на Лос-Антос. Да как? Что? Я только приготовился к прыжку, и тут... Смотри, он там прыгает. Смотри. Вообще капец какой. Да блин, да... Что? Да... От первого лица, от первого лица, подсказочка моя. А, точно. Да, все. Зачем ты меня убил? Ты взял оружие, ты хотел сделать покушение на меня. Да, на... блин! Я хотел нацелиться на тебя, чтобы тебя провоцировать. Вообще, ты просто понаблюдай за этим, вот смотри, это... Да я пока. Понял, что Олег у нас безобиден в этой ситуации. Это реально цирк какой-то. Что, почему я стрельнул в тебя, а все... Смотри, как много, что так много огня там? Все, все горит. Почему? Потому что я святой и все, я небесную кару на тебя, блять. Да! Пришел, брат. Сальто! Что? Че, упал ли? Здорово, здорово. Здрасте, здрасте, здрасте. А, ну так. Что, попробовать ли мне тоже туда залезть, потому что ребятки видели, как я быстро прохожу это. Я таки пьюсь, Вальсер, но можно попробовать. Окей, давайте. Это что там такое? Дурак, сам себя еще убил, зачем? Сам себя убил? Да. Вы что? Нет, ты сам себя убил. Вы как? В смысле, ты себя не убил? Наверху. Ты хочешь сказать, что ты живой? I'm alive. Мы его будем провоцировать на то, чтобы он стрелял, стрелял и стрелял. Это же какой-то паркур, это какой-то садомазан на паркуре. Максим, попробуй меня сейчас снизу убить. Гономаса. Максим, попробуй меня снизу убить. Мне кажется, это синонимы этих двух слов. Гамас и ванамас. Ну-ка, подождите. Радует глаз. Максим, посмотри вниз и попробуй меня убить. Бля, бля, Максим, не смотри. Лёха, ты выжил! Жив? Жив? Бля, что такое? Жив целый орел. Это как? Что за говно? Это сука. Короче, Максим, Максим, посмотри вниз, вниз посмотри, вниз, вниз, вниз. Да подожди, стой, тут я на... Тут цирк Шапито бесплатный. Подожди, я ещё раз так же попробую. What the fuck? Ой, нет! Чего? Кто сломал мой дом? Да! Да! Как он тебе? Где ты взял этот компромат? Она у меня осталась, я когда сдох, она у меня осталась, короче, ну держись, ну держись! Вот и теперь я все... Осталось, говорите, да? Остается, прикинь, как он! А я и не знаю, вот часы. What you say, Army. Snow Country играет на фоне, но всем насрать, это Папперони. Так. О. Так, здрасте, где вы? Что там Олег пытается лезть? Hello, my little friend! Oh, fuck you, bitch! Давай, иди ко мне. Да, у нас вообще паркур как бы. Иди покатаемся, давай, иди сюда. Иди, сука. Ну, конечно, где рядом надо со мной появиться. Ну да, мудила ты, саная. О, какой постреляй. О, игра, ты чё откуда? Лёха, а ты откуда стреляешь? Подожди. Вы только сейчас меня спалили, да? Часы. Да, блядь, не лезь, дебил! Да! Да! Зачем ты залез? Да. Японский городовой. А у вас что там, только снайперки, что ли? Мы... Не, ну так... А, спину, значит, да, вот так вот, значит, спинку, да-да-да, ну ладно, давай, иди сюда. Спинку почесать тебе. Скэдшот, чара. Сколько хп у тебя было? Да. Уже очень мало. Просто доминирую над всеми. Domination. Domination. Monster kill. Monster kill. Это с чего? Это с пулемета. Я просто хэдшот стреляю, понимаешь? Подождите! Вот это труп, смотри, как труп как застыл твой! Че? Вот смотри, как труп застыл! Как? Что застыл? Ты видел, да?
пропала. Это называется паркур от Филиппина, такси и кофевайт. Да. Нет, у нас осталось 3 минуты, давайте попаркурим, ребят, по-честному. Подожди, ты ему подмыху чешешь сейчас. Что? На перегонки давайте, на перегонки, кто наверх по правильной траектории, по-настоящей. Лёха, и Лёха чесал. Не применяя оружие, можно бортоваться, не применяя оружие. Ну давай. Блин, что-то мне это не нравится. Что-то мне не нравится, мы как будто, знаешь, по какому-то кубику Майнкрафта залезаем. Да-да-да. Не удалять ничего, но подпирать можно. Ну, а, ну, то есть да. Подпирать можно, да? Ну ладно. Я понял, что Максим будет делать. Понимаешь, что это ты играешь. Давай толкай. Блядь, почему я... Нет! Почему выпал-то я? Все, давайте, кто останется на горе за последние 30 секунд живым, тот и выигрывает. Кто выше? Кто выше? Это контейнер. Все, не стреляемся, да, реально, все. Проиграю сейчас, сука. Никита, на! Мне кажется, вы там друг друга подсталкиваете, да? Опять Олег Брейн пишет. Четыре. Три. Два. Бля, брейк. Да, я победил. Да. Козёл, я третий прям. Да, это вообще. Да. Вы финишировали вторым. Ребятушки, там вообще зайчушки, ставьте обязательно лось. Всем пока. Всем пока-пока. До свидания. Это был паркур. Если вы еще хотите паркура, нужно больше лайков. More likes. More, вот я только хотел сказать, реально. More likes, please, guys.